Начнем молитву. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Христу! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ибо не находя себе никакого оправдания, мы грешные приносим Тебе, как владыки, эту молитву. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя уповаем. Не прогневайся на нас чрезмерно, и не вспомни беззакония наших, но склони нас взор Твой и ныне, так как Ты милосердный, и избавь нас от врагов наших. Ты ведь Бог наш, а мы люди Твои, все дела руку Твою и имя Твое призываем. Ныне и присно во веки веков. Аминь. Милосердие двери открой нам, благословенная Богородица, чтобы мы, надеясь на Тебя, не погибли, но избавились Тобою от бед, ибо Ты спасение рода христианства. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царь всякого создания, сподобивший меня дожить до настоящего часа, прости мне грехи, которые совершил делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дай мне, Господи, этой ночью мирный сон, чтобы, восстав от смиренной ложа, я служил Твоему Пресвятому имени во все дни моей жизни и поборол одолевающих меня врагов, плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от суетных помышлений, оскверняющих меня, и от похоти лукавых, ибо Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержитель Слова Отче, Сам Совершенный Иисус Христос, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда во мне пребывай Вам. Иисусе, добрый пастырь овец Твоих, не предай мне крамольному змею и не оставь меня на волю сатаны, ибо во мне есть семя тления. Ты, Господи Божий, Которому поклоняемся, Царь Святой, Иисусе Христе, сохрани меня во время сия немеркнущим светом, Святым Духом Твоим, которым Ты осветил учеников Твоих. Дай, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети умой светом разума святого Евангелия Твоего,
душу любовью к Христу Твоему, сердце чистотой Слова Твоего, тело Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою сохрани Твоим смирением и воздвиг меня во время, надлежащее время на прославление Тебя, ибо Ты препрославился безначально Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи Боже нас, в чем я согрешил в сей день, словом, делом, помышлением, как добрый и человеколюбивый, прости меня, дай мне мирный безмятежный сон, пошли Твоего ангела-хранителя, укрывающий, сохраняющий меня от всякого зла, потому что Ты хранитель души и тел, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Которого веруем, имя Которого чаще всякого имени призываем, дай нам, готовящему уснуть, отдых души и тела, и сохранись от всякого мечтания и скверного пожелания. Умиротвори волнение страстей, угаси плотское пламя. Дай нам целомудренно пожить как в словах и так и в делах, чтобы мы, усвоив добродетельную жизнь, не отпали от обещанных Твоих благ, ибо Ты благословен во веки. Аминь. Господи, Боже наш, Ты благой человеколюбивый, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, словом, делом, помышлением. Дай мне мирный безмятежный сон. Пошли Твоего ангела-хранителя, покрывающего, соблюдающего меня от всякого зла, потому что Ты – хранитель наших душ и тел, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, прости меня за все, в чем я согрешил, умом, помышлением, словом или делом. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, малодушия, бесчувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, омраченное лукавым желанием. Господи, я как человек согрешил. Ты же, как Бог, щедрый, помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне. Да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, впиши меня, раба Твою, в книге жизни, даруй мне благую кончину. Господи Боже мой, если я ничего доброго не сделал пред Тобой, то даруй мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи сердце моим росу благодати Твоей. Господи, небо и земли, помяни меня грешного раба Твоего, скверного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, прими меня в покаянии. Господи, не оставь меня. Господи, не введи меня на пасть. Господи, дай мне мысль благую. Господи, дай мне слезы и память смерти и умиления. Господи, дай мне мысль исповедь грехи мои. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, утверди во мне корень благ, страх Твой в сердце моем. Господи, сподобь меня любить я Тебя всей душой и умом, и во всем творить волю Твою. Господи, защити меня от злонамеренных людей, и от бесов, и страсти, и от всякой другой неподобающей вещи. Господи, знай, что Ты творишь, как желаешь, да будет воля Твоя во мне грешна, потому что Ты благословен во веки. Аминь. Благого Царя, Благая Мать, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, наставь мне на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, от Тобой рай да обрящу, Богородица Дева, единая, чистая и благословенная. Ангел Божий, хранитель мой святой, покровитель моих душ и тел, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякого коварства противника моего, чтобы не прогневал я Бога ни в каком грехе. Молись за меня грешного, недостойного раба, чтобы явить меня достойным благости, милости всей Святой Троицы и Матери Господа Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Огради меня, Господи, силу честного, животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его,
Да бежат от лица его, ненавидящие его. Як исчезает дым, да исчезнут, як тает воск от лица огня, так и да погибнут весь лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем. Веселье глаголящих, радуйся, предчестный и утворящий крести Господень, прогоняй беси силу те пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшую и поправшую силу дьяволю, и даровавшую нам тебе крест свой честный, на прогнание всякого супостата. О, предчестный и утворящий крести Господень, помогай мне, Святой Господь, Деву Богородицу, и со всеми святыми во веки. Благослови, Господи, на чтение Святого Евангелия Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Братья, не помните? Так, Матфея 19, все, вижу. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. И за ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, искушая его, и говорили ему, по всякой ли причине позволительно разводиться женою, человеку разводиться женой своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отец и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят им, как же Моисей... Как же Моисей... Сейчас, секундочку. Как же Моисей заповедал давать развозное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной, прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше и не жениться. Ожим сказал им, не все вмещает слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились так, и есть скопцы, которые скоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И возложил на них руки и пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это я сохранил от юности моей, чего же не достает мне? Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною. Услышав слова сии, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус сказал ученикам своим, истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так что же? Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» И Иисус сказал им, «Истинно, говорю вам, что вы, последующие за мною в паке бытие,
когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Книга Сирахова. Господь создал человека из земли и опять возвращает ее в нее. Определенное число дней и время дал Он им, и дал им власть над всем, что на ней. По природе их облек их силу и сотворил их по образу своему, и вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами. Он дал им смысл, язык и глаза, и уши, и сердце для рассуждения. Исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло. Он положил око свое на сердце их, чтобы показать им величие дел своих. Да прославляют они святое имя Его и возвещают о величии дел Его. Он приложил им знания и дал им наследство закон жизни. Вечный завет поставил с ними и показал суды Твои. Величие славы видел глаза их, и славу голоса услышало ухо их. И сказал он им: остерегайтесь всякой неправды. И заповедал каждому из них обязанность к ближнему. Пути их всегда перед ним, и не скроются от очей его. Каждому народу поставил он вождя, а Израиль есть удел Господа. Все дела их, как солнце перед ним, и очи его всегда на путях их. Не утаились от него неправды их, и все грехи их пред Господом. Милость не человек, как печаль для него, и благодеяние человек сохранит он, как зеницу ока. Потом он восстанет и воздаст им, и даяние их на голову их возвратит. Но кающимся он давал обращение, ободрял ослабевающих в терпении. Обратитесь к Господу и оставь грехи. Молись перед ним и уменьши твои преткновения. Возвратись ко Всевышнему, отвратись от неправды и сильно возненавидь мерзость. Кто будет восхвалять Всевышнего Ади вместо живущих и прославляющих Его? От мертвого, как от несуществующего, нет прославления. Живые и здоровые схвалят Господа, как великое милосердие Господа, перемирение с обращающимся к Нему. Не может быть всего в человеке, потому что не бессмертен Сын Человеческий. Что светлее солнца, но и оно затмевается, и он злом будет помышлять плоть и кровь. За силами высоких небес он сам наблюдает, а люди все – земля и пепел. Аминь. Тринадцатая глава, последняя к евреям. Апостола Павла. Братолюбие между вами да пребывает. Страдолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Авраам принял Бога с ангелами, когда оказывал гостеприимство, всяких путешественников встречал, сидел там у дуба и встречал проходящих людей, там их кормил. То есть страдолюбие это называется. Помните узников, как бы вы и с ними были в узах, страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несролюбивый, да довольствуйтесь тем, что есть. Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь не помощник, и не боюсь, что сделает мне человек. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня во век тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенника, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится перед священником во святилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан,
на все его поругания, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Не забывайте также благотворения и общительности. Это вот к монахам, которым общительность запрещена. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырь овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите все слово увещевания. Я же немного и написал вам. Знаете, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствую вас, италийские. Благодать со всеми вами. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Брат Сергей Игнатов, прошу продолжить молитву. За молитву, святых отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, милосердный Бог Иегова, Авва Отче, свят, свят, свят Господь Саов, вся земля полна славы Твоей, аллилуйя. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человечествах благоволение. Пресвятая Владычица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Благодарю Тебя, Пресвятая Богородица, за то, что Ты в дни скорби, печали и стесненных обстоятельствах защищала нас от поношения, посрамления, поругания, отступничества и измены. Покрыл нас амофором Твоей любви, Пресвятая Богородица. Слава Тебе, Боже, за Преснодеву Марию, дивную заступницу рода христианского. Господи, исполни духом пророческим Церковь Твою Святую, дабы день Твоего прихода, нашего отшествия, не застал нас неготовыми, но чтобы вышли мы Тебе на встречу с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными ли добрых дел, соделан Духе Святом с любовью. Святые ангелы и архангелы, Михаил, Гавриил, Уриил, Селафили, Гудиили, Игудиили, Херувими, Серафимы, Господство, начало власти силы, молите Бога о нас. Святой ангел мой, хранитель мой, благодарю Тебя за то, что хранил меня во все дни жизни моей от всякой нечистой силы. Не оставь меня, мой ангел-хранитель, когда душа будет разлучаться с телом, проведи по мытарствам, страшным и непонятным, и веди навеки Царство Христа Бога нашего. Святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. И дару Господи нам жажду исследования Святого Писания, через которое мы думаем иметь жизнь вечную, оно свидетельствует о Тебе. Святые Пророк, Святый Предтечий, Иоанн Креститель, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, подражание Иоанну Крестителю в посте и молитве, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никому не завидовать, не роптать, не участвовать в бесплодных делах тьмы, не бояться начальствующих и правителей грозных, но и обличать, и устоять верности Богу. Аллилуйя. Святый Никола, Меликийский чудотворец, добрый архипастырь, моли Бога о нас грешных. Аллилуйя. Святые мученики и мученицы, Поликарп Смирский, сын философ, Космай Дамиан, Игнатий Богоносец, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, царь Николай, святое царское семейство, Борис и Глеб, Вениамин, Владимир, Андрей Стратилат, 40 мучеников, Пантелеймон, Георгий Победоносец, молите Бога о нас, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах наших.
святые праведные богатцы и учителя церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Афанасий Великий, Антоний, Антоний Феодосий, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Ил Почаевский, Корнилий, Иоанн Шанхайский, Иоанн Кронштадтский, Кирилл и Мефодий, Стефан Пермский, митрополит Иннокентий, Филарет, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. И дару Господи, благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который Ты даровал нам Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Святые жены и девы, Фёкла Фюромученица, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юник, Киприан и Устина, Мария, Вера, Надежда, Любовь, и Матерь София, Нина, Тамара, Перепетуя, Зоя, молите Бога о нас. И дару Господи нашим женам и девам послушание, смирение, молчание, целомудрие. И огради, Господи, всяческого поношения и нападок недобрых людей. Аллилуйя. Господи, помилуй. Господи, помилуй меня грешного. Господи, благослови наше вселение. Огради его от воров, хулиганов, нечистой силы, от потопа, землетрясений, пожаров. Огради, Господи, наше жилище от воров и нечистой силы пожаров. И сохрани наше достояние и приумножь его для свершения богоугодных дел. Господи, воззри на врагов наших и не дай исполниться задуманному. Приведи, Господи, к покаянию и не помяни их безумие, страшный суд твой, аллилуйя, если угодно Тебе, примири их с нами. Господи, спаси, сохрани, помилуй, помяни его в царстве Твоем, нашего духовного наставника, советника и помощника Игнатия, и всех наших ближних, всех, которые потрудились над возрастанием нашей души. Спаси, Господи, и помилуй. Спаси, сохрани, помилуй наших благодетелей. И даром одари, Господи, Твоими небесными и земными благами. Господи, даруй мир Израилю, Украине, России, Сирии, где война идет. И научи нас ценить доброе и мирное время. Защити и спаси от угнетения детей Сирии и всех православных христиан Ты знаешь. Господи, наведи страх Твой на власти и воинство, дабы познали они, что Ты царь царствующих и Господь господствующих, дабы принимали они угодные Тебе законы и слушали воздыхание верующих людей. Огради, Господи, от покушений руководителей государств и правительств Владимира, Александра, Петра, Эрдогана, Дональда и всех начальствующих, дабы нам жить тихо и безмятежно во всяком благочестии и чистоте. Господи, посети болящих православных христиан Ты знаешь. Спаси их, сохрани и помилуй. Да никто не отойдет от Тебя печали и унынии. И дару, Господи, нам исцеление, как угодно Тебе, аллилуйя. Помяни, Господи, спаси, сохрани и помилуй всех православных христиан Ты знаешь. Господи, упокой души усопших рабов Твоих, всех православных христиан, отдавших душу свою за ближнего своего, за святую апостольскую православную церковь. Ибо нет человека, который бы еще на земле не согрешил. И прости, Боже, все согрешения, вольные и невольные, и дай в Царство Небесное. Аминь. Прости, Господи, наши согрешения, соделанные в дни и в ночи, в уме и помышлении. Все нам прости, Ты как благой и человеколюбивый. Господи, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Бог! Благодарим Тебя, Господи, за Твою голгофскую жертву, за пречистую кровь, пролитую на кресте, во оставление наших грехов и надежду на жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господи, за веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Слава Тебе, Боже! Хвала Тебе, Боже! Аллилуйя! И прими, Господи, нашу молитву и воздень рук в жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом Твоей благодати. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся во благо нам,
и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господь Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.